Всем привет! Это опять мы. Сегодня у нас летний жаркий день. И будем мы рисовать опять летнюю тему. Кот! Костя у нас хочет рисовать крота, но у нас будет это ежик. Будем мы рисовать это нетрадиционной техникой. Похоже по коту. Похоже на крота, он говорит, я уже наметила карандашом. Будем рисовать мы отпечатками листьев. Вот у нас вот такие листья, да, Костя? Да. Вот. А ты будешь чертить листья. Да. Нам для этого понадобится листок бумаги, красочки гуашевые, вода и кисточки. Ну, и вода. И листья, конечно же, самые, в первую очередь нам понадобятся листья. Сейчас мы покажем и расскажем, как это все делается. Так, ежик у нас уже намечен. Вот-вот карандашом я его наметила. Сейчас Костя нам его обведет чуть-чуть. Глазки нарисует, да? А черным? Костя хочет черным. Или потом сделаем. Сначала мы, наверное, сделаем ему иголки. Так. Бери, Кости, кисточку, бери листик. С чего мы начнем? Сначала нужно нам кисточку намочить, да? Красную. Кисточку мочим, а я... потом... И красную можно? Можно. Наш ежик может быть разным цветом. И хорошо-хорошо красим листочек. Обязательно, чтобы были прожилочки у нас сверху. Вот, то есть красим их... С вот эти вот стороной. Бумага. Ничего, это у нас специально бумагу мы положили, чтобы не испачкать стол. Вот, вот тут красить. Хорошо-хорошо нам надо листочек покрасить. Нет, у нас не получится, иголочка, давай. Ты держи листик, держи. А я буду его красить. Вот так. Нам надо его хорошо покрасить. Вот, видите? Чтобы у нас все вот эти вот прожилочки... Вот. Все прожилочки, чтобы у нас оказались на ежике. Обязательно моем кисточку. Так, теперь что мы делаем, Кость? Теперь мы прикладываем к нашему ежику. Вот так вот. И хорошо, хорошо пальчиками работаем. Прижимай вот так вот. Прижимай, прижимай. Хорошо, хорошо надо. Все, открывай. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите. Видите, вот такой вот красивый у нас получился листочек, иголочка. Теперь мы берем другой листочек и другого цвета будем его делать, да? Какого цвета? Желтого нет у нас. Давай вот золотой у нас есть, давай. Давай. Да. Давай посмотрим. На, краси. Нет. Давай, получилось, я получилась. Давай, ты будешь держать, а я буду его красить чуть-чуть, вот так вот. А ты прикладывай. Вот, прикладывай его. Куда будешь прикладывать? Вот сюда. Тут. Давай. Вот так, прикладывай. Ой, по-розовому. Ничего. Розовый будет. Вот так вот надо хорошо-хорошо прикладывать. Ой. Ну-ка, давай убирай. Вот, получился у нас такой замечательный ежик получается. А так. давай будем каким еще... цветом теперь? У нас много листочков, давай. Синий. Ну, давай попробуем синим. На. Давай. Чуть-чуть тебе. Нет. На. Я буду держать его. Костя будет держать, он не хочет пачкаться. Ну-ка. Держи. Держу. Держит. Все, я покрасила его. Ну-ка, давай прикладывай. Куда его приложим? Вот так вот, чтобы разные. Ну-ка, давай, прижимай. Не, двумя пальчиками, давай. Старайтесь, чтобы ребеночек сам работал. Все. Не бойтесь испачкать. Вот. Ну-ка, убирай. Ничего. Пачки. Вот, можно еще. У нас краска остается. Вот, видите, вот такие вот отпечатки получаются. Можно еще вот чуть-чуть. У нас где-то тут еще оставшаяся краска.
Можно также. Да. Сейчас. Вот. Нет, уже не получается. Так, это надо делать тогда, когда еще красочка у нас будет свежая. На листочке. Костя, теперь каким цветом мы будем красить? Нет, черный давай не будем. Черным мы лучше носиком сделаем. Давай. И класс. Зеленым давай. Давай. Ну-ка, держи листок. Держи. Костя нам держит листочек, а мы его красим. Так, все. Прожилочки им покрасили. Вот сюда давай. Не могу. О, нет, ты сам. Я буду грязный. Давай. Нет. Я буду... Ладно, ладно, вот сейчас. Такой. Ничего страшного, мы сейчас вытрем. Почему-то детки боятся испачкаться. Вот, смотрите, как классно получается. И еще. И еще. Надо, чтобы у нас ежик весь был заполненный иголками. Так. Да. Теперь каким цветом будем? Давай маленький. Давай синеньким, давай. Давай. Держи листок, держи. Держи листочек, держи. Я шпачку. А ты будешь... Вот, давай. И еще ставишь. Вот. Костя у нас глазки нарисует, да, Костя? Чёрными. Посмотрим. И красными. Так, ла-ла-ла, я готов. Понятно. Давай. Да. Нет. Давай. Держи листочек, держи. Сейчас мы красный сделаем. Ничего страшного. Так. Не хочу. Чайка. Ну-ка. Нет, не хочу. Вот, смотри, какой красивый получается. А. Вот, да? Сейчас, подожди. Вот, смотрите, у нас уже что-то проявляется. Такой вот осенний ежик. Подожди, Костик, давай. Подержи, подержи. Подержи. Ну-ка, давай, смотри. Капнули. Ну-ка, убираем. Это. Убираем. Это пацан. Это кусочек. Просто это... А мы сейчас вот это вот уберем. А давай будем крашеный. Можно вот это вот убрать? Крашеный. Так, смотрите, уже у нас проявляется. А вот давай такой... кровь сделаем. Нет, зачем ему кровь? Не надо ему кровь. Он же у нас не болеет. Держи листочек, Костик. У меня нету кожи. Держи листочек, держи, чтобы маме было удобно рисовать. Вот. Ничего страшного. Так. Можно сделать вот так. По-всякому можно листочки распределять. Вау. Вот, смотрите, как красиво. Еще. Сейчас. Смотри, как красиво получается, ой. Да? Я вижу вот это. Угу. Костя тут помогает нам снимать, вместо того, чтобы работать. Костя, ну-ка давай, держи листочек. Вишенку. Да, поработать надо ручками. Вот. Так. Вот, смотрите. Еще ежик. Вот, вот такой вот. Подожди, Костя. На, глазки рисуй. Рисуй ему глазки. Черный. Вот такой вот у нас вот готовый. У нас не видно, конечно, что это ежик. Нам надо сначала намочить кисточку. И черный. Ну-ка, давай. Чуть-чуть. И Костя будет глазки рисовать. Чуть-чуть. Носик. Лапки. Лапки, где у него лапки? Вот. Еще есть лапки у него? Вот. А улыбка? Вот такой вот он. Он страшный и хороший.
Конечно, он у нас страшный. Он такая вот улыбка. Вот такой вот Что? улыбчивый получился ежик у нас. Чу. Да? Чу. Ух ты! Вот так. А солнышко нарисуем ему? На, нарисуй тут солнышко. У нас же летний жаркий день, и ежик идет гуляет, да? Вот. Вот так вот. Ну-ка на лучик ему нарисуй. Еще. Угу. Вот, попробуйте обязательно со своими детками перерисовать листьями. Не обязательно ежика, можно еще какого-нибудь животного. Вот такой вот замечательный у нас ежик, яркий, красивый получился. Да, Костя? Да. Понравилось тебе рисовать листьями? А, Костя? Да. Костя у нас тоже испачкался. Ну все, спасибо большое всем за внимание, всем удачи и пока!